Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как пить куркуму для здоровья. Клубневидное корневище куркумы используется как пряность, краситель и лекарственное растение. Куркума является одним из основных компонентов в индийской приправе карри. Куркума обладает массой целебных свойств, нормализует обмен веществ, оказывает ранозаживляющее действие, разжижает кровь и улучшает кровообращение. Куркума обильно используется почти во всех индийских блюдах. Возможно, именно поэтому в Индии одни из самых низких показателей заболеваемости раком легких, толстой кишки, простаты и молочной железы. Наши кулинарные традиции не позволяют употреблять в пищу достаточно куркумы, чтобы оценить на себе все ее целебные свойства. Поэтому проще будет употреблять куркуму в составе полезного напитка. Ингредиенты. Пол чайной ложки куркумы, 1 стакан теплой воды, 1 чайная ложка сливочного масла, щепотка молотого черного перца. Всыпь куркуму в теплую воду, добавь сливочное масло и размешай. Щепотка перца позволит приправе лучше усвоиться. Выпивать напиток лучше с утра натощак. Даже простую воду натощак пить полезно, но в сочетании с уникальными лечебными свойствами куркумы эффект возрастает многократно. Снимает воспаление и болевой синдром при артрите и артрозе. Согласно отзывам людей, напиток действует не хуже известных мазей с диклофенаком. Снижает уровень сахара в крови, помогает приостановить развитие диабета у инсулинонезависимых пациентов. Снижает уровень холестерина, препятствует образованию бляшек в сосудах, предотвращает развитие раковых клеток в теле человека, замедляет рост опухолей различного происхождения, стимулирует отток желчи, способствует нормализации пищеварения, очищает печень от токсинов, обновляет ее клетки, способствует активации мозговой деятельности у пожилых людей, ощелачивает организм, а в щелочной среде, как известно, не могут развиваться патогенные микроорганизмы, укрепляет стенки сосудов, способствует нормализации обменных процессов и похудению. На Окинаве принято пить чай из куркумы. Для его приготовления в стакан горячей воды добавляют чайную ложку куркумы и мед с лимоном по вкусу. Не это ли причина, что там наибольшая в мире продолжительность жизни? Несмотря на множество полезных свойств, у куркумы есть противопоказания к применению, как и у каждого лекарства. С осторожностью отнеситесь к этой пряности, если у тебя есть какие-либо заболевания пищеварительного тракта или почек в острой форме. Напиши в комментариях, как ты используешь куркуму, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.